Алена Сергеевна работает с детьми уже 5 лет. Как она сама говорит, не только педагог учит школьника, но и сам ребенок помогает взглянуть на привычные вещи с другого ракурса. Работает Алена со всеми возрастными группами. По ее словам, то, что дети с каждым годом становятся менее послушными – миф. Нужно лишь заинтересовать школьника. Дети не имеют возрастных каких-то рамок. Например, даже те же самые мальчишки. Они дрались раньше, они дерутся сейчас, и они будут драться. Также и девочки. Это все равно какие-то красота, да, вот, например, если в 80-е, когда была форма, они там украшали себя бантиками, какими-то формой, да, украшали какие-то воротнички красивые, шили, то сейчас это просто более современное, но также они украшают себя, поэтому я считаю, что, в принципе, разницы между детьми нету, они так и остаются. Да, кто-то хулиганит, кто-то учится хорошо, но это было, есть и, мне кажется, и будет всегда. Я думаю, то, что они помогают людям, во всяком случае, это... Если человек, у него какие-то, ну, не очень хорошие вещи, то есть бывает в семье, то психолог помогает. Потому что ребенку это интересно, и общаться хочется, и возможно, много чего нового узнаешь. Большое внимание уделяется самоопределению подростков. Алена Сергеевна помогает старшеклассникам сделать первые шаги к будущей профессии. Одна из главных проблем нынешних выпускников – повышенная тревожность. Давление со стороны родителей, педагогов не дает школьнику сосредоточиться, влияет на психику и сам страх не сдать итоговый экзамен. Независимо от того, это экзамен или нет, просто любите своих детей, потому что любовь, она всегда передается и растет вместе с ребенком. Любить, уважать ребенка, слушать его, разговаривать с ним, потому что сдаст он экзамены или не сдаст он экзамены, это такое маленькое испытание. И когда он не сдаст экзамены, просто поддержать, потому что для ребенка это тоже тяжело. А если сдаст, то вместе с ним порадоваться и искать дальнейший выбор жизни, пути их решения. В Анапе уделяют внимание и особенным детям. Центр диагностики и консультирования сердца психолого-педагогического сопровождения. Здесь специалисты проводят занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также ведут профилактические занятия. Наш центр именно дает поддержку родителям и понимание детям, потому что с детьми работают у нас специалисты, потому что у нас есть образовательная деятельность именно с такими детьми дополнительная, где наши логопеды, психологи, дефектологи занимаются с детками и подтягивают их до более высокого уровня. В этом году центр отметит свой второй юбилей – 20 лет. 7 декабря в городском театре они поздравят своих коллег на торжественном мероприятии. Педагогов-психологов ждут заслуженные награды и лучшие номера анапских коллективов. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа регион.